этот, а чё? С кем свадьбы ходили, Акол? Кто А за давай вот этого какого года? ПКшника проверим, пацаны. Можно я проверю? Отмечено. Шах пусть идет. Шах за. Зайчик. Такс. Хорошо. Поняли. Это. А, все хорошо. Начинаем. Давай шах. Зима. А зачем ты Зюма зашел? Ты вообще, блядь, в этой СНС тебя нету, блядь. Нахер ты зашел? Я случайно зашел. Как случайно тебе вообще СНС нету? Нахер ты заходишь? Я в новый день. Зюма, в комнату зашел. Зюма, запись сделай, хайлайт запиши. В натуре. А, давай тебе хайлайт. Даже без звука будет там. Чах. Давай шах еще. Зари. Шах, купи аккаунт. Ой-ой-ой, шах, я хайлайт снимал, но он без звука, наверное, будет. Ничего страшного. Я тебе потом скину. Я буду тебя снимать. Оператор лечный. Оператор лечный врач, да? Я зачем киви потом. Вообще-то, он мой брат, твой зайчик. Кто? Зима. Зима, на что же? Зима наш маленький братик. Пиздец, как Зима в 8 класс переходит? Я думал, в 5-й, в 6-й идет. Не знаю, у меня, короче, не по возрасту, я, можно сказать, рано пошел. Сколько лет? 12. Я канал. Ты что, 4 года в школу пошел? У меня многим уже почти 14 в классе. Как ты в 4 года в школу пошел? Шах, я не снимал как раз. Красавчик. Несчастье не в деньгах, где-то счастье, где-то... За микрофон, да? То, что не знают другие, а знают другие, что не знают то, что ты знаешь, это не каждый может понять. Так поймите, друзья, меня правильно, и поймите... Дай мне 200. Никогда не бывает. Эй, не надо, это нечестно, да? Нельзя, так, давай. Не знаю, что никогда не будет то, что будет то, что будет там. Как говорил мой тренер, не будь дауном, а будь мужиком. И вы долбоём. Хаймер. Где тут видишь Хаймера? А, это Томас. Да, блядь, у вас голоса одинаковые. Томас. Хаймер и голос на ниндзя похож. Поверь мне, сейчас по-братски там Мак 5. Томас скилловый. Азам, ты здесь? Да. Азама нет. Он ушел. Ты проверил сейчас там максимум 5 минут. Какие 5 минут? Нам приходит 15 минут. Я заснял это. Красавчик. Азам один новичок хочет проверить. Азам H4. H4. Продакшн. H4 продакшн, да. Можно всей гильдии чего-то СНС сделать. Типа, А4 топ. Эмоции делай, Зима. Зима, эмоции делай, чтобы хайлайт красиво был, да? Случайно это делал, давай. Оу, она фана, шамана фа. Шамана фа. Пойдем. Так, ты хорошо стоишь? А я пошел быть оператором. Давай быстрее умираешь, записывай, йоу. Подожди, алло, костянку, все, он убивает. Слевич. Мы в театре учились. Охренеть, короче, его... Эту тему уже столько пабликов закинуло, жесть. Я просто... Чё он творит? Он тебя слил? Типа я этого не видел. Еще один пациент в инакскую лечебницу. Ой, блин, на три там жесть жесткая.
Так, не проиграй, да, мне будет лень руль отключить и заходить. Ассалам алейкум. Перекиньте это. Хашира или как его. Он стоит в комнате 3. Блин, пацаны, это просто... может, блядь, пацаны, может как-то выйти, блин, нас, может, на связь выйти как-то с Хазбиком? Может, пригласить его на связь? Я уже нанял Хазбик, он тоже нанял Хазбик. Ему много, походу, надо платить. Ему 1 000 000 рублей. Чё? Какой миллион? На видос даже 200 000 только. Пусти шаха снимать, один. Да, реально, давай. Меня, я хайпанулся. Я хайпанулся. Зима, это хайпажор. Хайпажор, да. У меня прожутрово. Надо. Зима, пищи. Он придет, но он играет в PUBG. Ну, блин, научим Free Fire играть. Покажем. PUBG. Free Fire. PUBG Free Fire. Давай выигрывай, я. Ты меня? Нет, Акологу. Ты меня с ним? Аколог, он тебе. Азам. Прикинь, коллаба Хазбик и Free Fire. Персонаж добавляет такого же маленького роста. Ему Хазбик. Нового питомца добавят. За него Амангас можно играть. Ему Хазбик, блядь, говорит человеку, который, блин... Как он, блядь, это детская, блядь. А то, что они, блядь, всех наебали, типа, это будет бой и так далее, блядь, это не дет... Это взрослый момент, да, за дураков людей засчитали, блядь. Делали якобы бой, блядь. Типа, это было сделано, чтобы они не теряли духом. Это было сделано, чтобы хайпануть и срубить с них бабу Атамаев, так скажи, братан, и все. Чё, проблема, зачем так? А баня будет, что ли? Я не знаю, даже если будет, братан... Я думаю, там так какого... Так какой там бой? Они обниматься будут друг друга целоваться, блин. Да они обнимутся, блин. Брат мой, по-братски поцелуют друг друга, лягут друг друга, сами себя задушат. Один на один. Шахманова, Зайнап, ты же, да, брат, говорит. Имран, сам ты Зайнап, понял? Ты не видишь, я мужик. Ты не видишь, я мужик, говорит. Хазбик, он сегодня готов умирать. А сейчас я ему. Хазбик когда-то сказал, что пап харам, и сейчас играет сам. Не знаю, пацаны. Я не знаю, пацаны. Я не судья и судить его не буду. Сколько гол удал ты? 3. Хазбик, это сейчас хайп машина. На нем можно хайпануть. Можно, блин, попробовать его пригласить. Посмотрим, что может здесь получится. Через связь есть, но согласится ли он и какую сумму он скажет, блядь, чтобы я его на стрим просто пригласил. Интересно будет. Там новенький есть, очень хочется поиграть, я не знаю, может, очень... напротив там. Зюма, дай на Аки поиграть.